Ну а что там, Саш, как книжечки идут? Читаешь? А, сейчас нет. Что-то подзабухал в последнее время. И что? Сейчас не читаю. Ну, блин. Ну, а про Севу Новгородцева дочитал там? Да. Ну, что там было еще интересного у него? Ты, блин, там просто как группы создавались. Ну, а там было? Вот он рассказывает что-нибудь про группу кино? Ну, так вот прям, чтобы отдельно, нет. А расширенную версию там, блин, ну, по там какой-нибудь группе? Типа ездили, кино ездили в Париж, что ли. В Париж? Да, и, ну, еще тогда. Это, Джоанна Стингрей, по-моему. Ну, Джоанна Стингрей там, да, тур какой-то, да, сделала. И ездил еще аукцион с ними. На аукцион сказали, заебись. А кино не про... сказали, а вообще ноль эмоций. Ну, но у них есть Q. А, зачем, ну, кино? Я, понятно. Не, ну они тогда уже, там аукцион считать, там фрики. А вот аукцион, да. Они, америкосы, это в то время очень фриков любили, да, блин. И вот они им прокатили. Там Гаркуша вещи делал. А-а-а. Как-то так, блин. Они же там по фрикам помешаны были. Ну да. А кто такая Джоанна Стингрей вообще? Ты просто какая-то... Я что-то слышал, у них какие-то родители богатые. Или богатые, да. Кто она такая? Дочка министра, что ли, какого-то, ну, или хрен, чего там? Ну, что-то типа того. Пионервожатая в Америке. Она американка сама же, да? По-моему, да. Потому что я какие-то фотки в сети видел, то она там в ванне с Гребенщиковым сидит, то еще что-то такое там. А потом она к Цою прибилась, да, и вот с ним. Я потому что как-то еще тогда помню по MTV. Жена Каспаряна, гитариста из кино. А, ну, она же. Юрий Каспарян. И сейчас жена она его? Сейчас не знаю. Возможно. Я потому что я помню по MTV еще тогда крутили какие-то клипы там этой Стингрей. Только на английском она кино пела. Да. Вот это я помню. Да. Но про кого там еще Сева Новгородцев рассказывает? Про БГ не рассказывает, там ничего хорошего. Рассказывает. А БГ кто такой? Он из богемы, из какой-то питерской? Или он просто какой-то, не, чувак? Я, по-моему, он обычный такой. Обычный? Да. Я просто знаю, что они все, не пойми, где работали. Там, где не надо работать. Там, где вообще ни хрена не надо. То, что там вот эта тема, там, ой, Цой там в кочегарке уголь кидал, блин, там прям как Стаханов в забое, да, ну нафиг. Кинет две лопаты и на гитаре брякает. Потому что кочегарка. А та кочегарка, которая дом топила. Мы жили под этим, под Луганском. Шахтерский поселок. Он, печное отопление у нас было. Трехэтажный дом. Мы на третьем этаже жили. Ага. И такое там, топочку приоткроешь. Ну так, кинешь пару лопаточек. Да, и тепло. Ну, он в Калининграде, в старых районах, где немецкие дома стоят. Там они до сих пор так углем топятся. Я когда там был, подохерел, там фасады такие вроде как современные, а смотришь, что за сарай, там типа угольный сарай, думаю, что за фигня, а оказывается, они там углем топятся тоже, охереть. Ну ничего, живут люди. Ну да, и мы жили нормально, и на угле, на этой, на печке это и готовила мать. Ну, окей. А про кого ж там еще Сева вспоминает? Сева. Я вообще что-то там... Знаешь, там дохрена про всяких... Виа цветы, самоцветы. Самоцветы знаю, а Виа цветы что-то... Цветы еще были, да. Цветы. Такие, про Боярского он там не вспоминал. По 20 человек в группе такие, знаешь. По 20 человек, в клишах. В клишах такие, вокальные инструменты. Я знаю, группа Сябрых. Расшитые рубахи. Ну да, да, да. У нас тоже движение было. По 20 человек в группе. А это кто такие? Они как стиляги считали, что ли? Нет, стиляги раньше были. До них еще. Ну а кто вот из стиляг играл музыку? Я что-то вообще даже не знаю. Блин. Кто там вот к стилягам относился? Козлов. Алексей или как его? Алексей Козлов. Саксофонист. Ну так это что, он с Мамоновым там вроде? Не, а, нет, подожди. Кстати, про Мамонова он там не вспоминает? Вспоминает. Вот интересный персонаж вообще. Да, блин. Там про него мало совсем, я даже не помню, что там. Включая телевизор, по телеку царь. Что за там беззубый Мамонов, блин, какой нахуй царь. Сила власти, вертикаль. Какой нахуй царь, беззубый Мамонов царь. Не, ну а что, царя он там нормально сыграл, блин. Как-то так, прикольно. Я вот позавчера смотрел фильм «Кингсман. Начало», короче.
ну, прикольный фильм, как бы, ну, там прикольный один момент, как там британские, там, раз, ну, как было, типа, аналог Ми-6, короче, да Ми-6, там у них какая-то херня была. Приехали в Россию Распутина валить, короче. Вот это прикольно было. И там, типа, ситуация, да, вот там как раз эту ситуацию описывают, как они там Распутина в проруби топили, там, и стреляли в него, и травили. Только там это, Распутин там лезгинку танцевал, там вообще пляски у него дикие там были, каратист Распутин. Он ему пирог подсунули с цианидом, он такой говорит, я цианид на завтрак кушаю. И погнал их там лупцевать. Но все-таки в итоге там затопили его в проруби. Да, вот так вот помер Распутин. Как там Каразяка там пела? Мертвый Распутин, мы сгорим в печах в аду. Мертвый Распутин, дай гангрену отрублю. Кто антихриста отец? В проруби всплыл безобразный мертвец. Да, Распутин еще тот, блин, тип был.